Зима в северном регионе не уступает свои права. В Айхале снега много и во дворах, и на крышах. Чтобы не допустить произвола, айхальские коммунальщики начали уборку еще в марте. Однако обильные снегопады снова засыпали поселок. Морозная погода сугробам таять не дает. Проезжую часть чистят подрядчики от администрации Айхала. На придомовых территориях пока не возобновили уборку. Айхальцы страдают от снежных масс и гололеда. Очень скользко. Я уже два раза упала. Вот, поэтому не посыпают у нас здесь. Особенно возле Алмаза не посыпают почему-то. Вот, поэтому мы недовольны работой коммунальщиков. Учитывая наши погодные условия, конечно, можно было и получше. Угу. Не успевают, может быть, не знаю. Претензий особых нет. С дорогами что-нибудь вы придумали? Что чуть не грохнулся там, песочком посыпать. А в Ленске уже достали резиновые сапоги. Весна в эту часть алмазной провинции пришла намного раньше. Этот перекресток в районе Ленского речного порта – место особенное. Каждую весну здесь настоящее море талой воды. Прошлой зимой на полигон недалеко отсюда вывозили снег со всего города. В этом году то ли погода благоприятствовала, то ли снег действительно вывозили из города. Но воды здесь намного меньше. В городской администрации говорят, и чистили, и вывозили. Впервые за долгие годы полигон под вывоз снега разместили за чертой города. Туда в последние, особо снежные весенние месяцы, ежедневно вывозили до 500 кубов снега. Конечно же, были замечания. Ну, в ходе работы они были устранены, и значит, работа дальше продолжалась. Мы настроены на дальнейшее усовершенствование вот этих работ, связанных с уборкой снега. И, конечно же, ждем реальных предложений от граждан. Впервые Ленск разбили на три сектора и отдали трем разным подрядчикам. Такой метод работы признали эффективным. В городе намного меньше снега. В центре, где дороги и тротуары почти высохли, осталось лишь провести уборку специализированной комплексной техникой. Будет еще чище. Такая техника уже давно на дорогах Мирного. У коммунальщиков наступила жаркая пора. В столице Алмазного края идут большие работы по очистке дорог по всему городу. Чтобы подстроиться под погоду, работники выходят на улицы ближе к обеду. Посыпальная машина работает в течение всего дня. Пока в регионе не установилась стабильная плюсовая температура, приходится подсыпать перекрестки, подъемы и пешеходные переходы. Выметаем, потом снег идет, опять сыпем. И такая наша работа идет. Сейчас опять выметаем, вроде дожди, как погода. Но бывают моменты, что даже 1 мая подсыпаем на демонстрацию, чтобы люди не падали. Коммунальщики не зря ускоряют темпы. К 1 мая центральные улицы городов Алмазной провинции должны быть приведены в идеальное состояние. По дорогам пойдут первомайские шествия и праздничные колонны Дня Победы. Олеся Васева, Руслан Кириллов. Телеканал «Алмазный край».